Долгожданная премьера со спектаклем «Нация» Ивано-Франковский академический театр выступил в Донецке. Автор одноименной книги ждала этого события более 2 лет. В основе спектакля 4 новеллы о западноукраинском селе в послевоенный период. Произведения основаны на реальных событиях, рассказал режиссер. В зале не было ни одного свободного места. В конце постановки каждому зрителю подарили по оберегу. Куклу-мотанку считают посредником между живыми и мертвыми. Артистов благодарили аплодисментами. Это выстава. Молитва за українську націю, як ми завжди кажемо, за тих мільйони невинно убієних українців, які певні в силу тих чи певних історичних трагедій, перипетій опинялися чи на одному боці, чи на другому. Це молитва чи за вояків УПА, чи за вояків радянської армії, які просто опинилися в жорнах історії.